Приветствую, друзья, на канале Боблей. Меня зовут Владимир, и сегодня мы продолжаем игрушку под названием Surviving Aftermath. Дополнение Reborn. Итак, друзья, что сегодня у нас по плану? Сегодня я хочу затронуть такую тему, как... Где же она у нас? Получается, у нас есть базовый терраформер и продвинутый терраформер. Базовый терраформер у нас модифицирует образцы заразы, чтобы преобразовать землю в обогащенную почву. Необходимо большое количество работников. Расход воды 5-10, ну, такая мелочь. Раз у нас есть топовый, значит берем топовый, будем строить топовый. То же самое, только просто еще продвинуть ей, да, то, что получается. Требует усилий множества работников, ну, это понятно. Так, ставим лунный камень. Сейчас проверим, где у нас тут есть еще луны. Я хочу сначала, думаю, скорее всего, я зачищу вот эту территорию. Или, может быть, даже не эту, а вот эту. Так как нам надо строить, друзья, кстати, уже заранее, уже надо начинать строить проект Заря. О, проект Завтра, не Заря, ужас. Проект завтра. Тут мы зачищают нас тоже по большому счету. Сейчас мы пробежим по большому счету, что мы здесь делали вообще за кадром, да, потому что мы поиграли за кадром, конечно, как обычно. Во-первых, мы улучшили наши ворота до 4 уровня, до последнего уровня по большому счету. Построили мы парочку вышек, да. Нам надо еще одну вышку построить, потому что у нас опять же пропаганда реально подкачала, короче. Но надо будет все сделать. Уничтожили сейчас бетонную, потому что бетонный из полностью улетел, да. Построили здесь у нас, получается, целое складское помещение. Плюс еще здесь у нас есть такое складское, как говорится, такая складская зона. Вот она здесь у нас побольшеньку, да. Что мы еще делаем? По большому счету мы зачищаем эти ульи. Тут у нас был, как говорится, источник заразы, мы его зачистили уже. И сейчас вот я ставлю вот просто, потому что здесь двоих, два этих, две берлоги, я поставил двоих, две точки, да, и ремонтник, плюс еще, чтобы они автономно не парились здесь и все завалили всех. Еще одна группа у нас тут занимается зачисткой этого улья, то бишь корень заразы, да, потом мы заберемся к этому улью, и у нас осталось чуть-чуть еще, у нас есть один очаг, ну, здесь 2-3. Три очага осталось у нас заражения, и у нас тогда, по большому счету, больше ничего не будет. Так что, думаю, что уже мы можем смело собираться, заниматься терраформингом. Так что здесь по металлу? Ой, тут дохерища металла. Ой-ой-ой-ой. Да. Ой, извиняюсь, друзья, еще до сих пор еще болею. Так кашель и тоже голос тоже как-то садится со временем. Металл. Уже одно место рождения мы уже, как говорится, исчерпали. Сюда поставили вот, сейчас здесь лесозагадовочный работает. Так у нас дрова летят, как бешеной скоростью. Тут продолжаем мануально чистить, да. Так как у нас тут не достает ремонтник. И да, вот принесли металлическую вот сюда, да, тут у нас очень много залежев, так что я думаю, что нам для развития хватит полностью. Ну и что здесь еще у нас? Дома, конечно, построены чуть-чуть, да, и туда я тоже, как говорится, перестроил чуть-чуть, да, тут у нас еще одно портное еще построил, еще одного портного. Вот, чтобы у нас, потому что у нас постоянная проблема с одеждой, сегодня просто ломается 3. А производство какое идет у нас? Ну, ноль, да. Хоть и у нас хватает ресурсов, у нас 325 волокна. Но как-то это не перекрывает все дело. Так, по поводу еды у нас просто, конечно, немереное количество еды. Так что тут у нас вообще нет никаких проблем. Я тут его просто продаю за бешеный день. У нас 20 кицарей уже. И толком ничего не можем купить. Но еще даже не заходили мы по всем животным. Да, у нас есть курочки, у нас есть коровки. Ну и все, овечки нету, с чего еще там нету, и свинюшек нету, да, где у нас там мясо. Но у нас с мясом просто нереальное количество, у нас 1611, да, потому что коровки режутся, и плюс еще курочка режется, 600 яиц, так что, ну, очень неплохо мы тут развиваемся. Вот сейчас начнем сейчас с трейформингом заниматься. Ну, я думаю, скорее всего, да, я думаю, что начну здесь, а посмотрим, как это будет вообще выглядеть, на что это вообще похоже, и вообще, с чем его едят. Потому что это новая тема, я такой раньше никогда не встречал. Ну что, давайте посмотрим, заложим первый, как говорится, терраформер. Где у нас получается? Сюда. Базовый. И ставим, конечно, продвинутый.
Я предполагаю, мне надо встать как-то его вот сюда, наверное, да? Вот как-то в таком образе, да? Что-то вот так, да? Не знаю, я не понимаю. Ну, допустим, например, 90... Я могу увеличить... Нет, я не могу увеличить радиус. 93% у нас максимальное, да, где-то было. Ну, давайте сюда поставим первый терраформер. Посмотрим, как это будет вообще выглядеть. Нет, не, нормальную дорогу надо вот такую. Так как у нас здесь получается... Вот так, протащим пока что, посмотрим. Электричество достанет отсюда. И окей, а ему нужно будет воду или что вроде этого? Надо, допустим, пусть он сейчас строится. Но это из-за того, что у нас... Кстати говоря, давайте, знаешь, что делаем? Друзья, построим еще один. Вот такой аванпост. Чтобы у меня пропаганда вообще не проскачивала здесь. Потому что это просто нереально убивает, деморализирует наших пацанов. И у нас там проблемы просто, чтобы... Как говорится... воевать с этими пацанами постоянно. Так, давайте так и сделаем сейчас. Подожди, там у нас батарея стоит. Ну, давайте поставим. И это... Мы по-быстренько улучшим. Врубим третью скорость, чтобы это по-быстренько все сделали. Да, вот у нас уже... Сколько у нас еще по людям? 22 ребенка. Нереально просто количество. Я думаю, что наши пацаны должны... У них... Я думаю, что они перейдут в хорошую, как говорится, стадию. Так что не покинут они нас. У нас 4 человека есть в запасе. Ну, скорее всего, я не смогу 4 сразу 4 сюда засунуть. Надо будет оставить кого-то там. Так, ну все, да, тут надо еще воду. Ладно. Допустим, надо еще водички доставить. Давай поставим вот такой вот. Терраформер. Так, это достроится сейчас. Все отлично. Электричества хватает, хватает. Так, что здесь получается? Ой-ёу. Очень-очень много. Может целых 5 человек засунуть сюда. И... что случилось? Вот это меня бесит. Постоянно вот такая херня. Кстати говоря, что можем мы что-то убрать отсюда, может быть, парочку. Один, два. Чтобы хоть в запас что-то у нас было. А, у нас 4 человека погибло, старость. Ой, еще и вышка. Высокая, но я не могу сейчас добавить еще одного человека. Просто будет полнейшая звезда. Ну что, и смотрим, что сейчас будет здесь происходить. Вообще. А еще... вот в чем где собака зарыта. Посмотрите, друзья. Отлично. И вообще шикарно. Смотрите, друзья, как это выглядит. Да, неплохо. Мне нравится. Забираем. Здесь оно все полностью покроется. Так, у нас прилетело. Решили все остаться. Молодцы, красавцы. Так, переместить рабочую зону. Где-то тут упал лунный камень, я видел. А куда вот этот вопрос? Куда он сиганул? Опа, вот сюда сиганул чуть-чуть. Отлично. Я хочу на этот трансформер посмотреть. Мы победили поражение, что? А, они здесь напали, у меня здесь охранников-то у нас здесь нету, один охранник только тусит. Даже не один охранник, даже никого еще какой-то вообще никого нету. Так, потребляет 10 воды, он получил, или энергии потребляет 12 и 10 воды. Ну, неплохо. Ну, я надеюсь, после того, как это, например, я перемещу это дело, оно как-то исчезнет. Так. Ну, отлично. Может, еще завалить пацанов? Нет. Этого.
Нет, ну ладно, возвращаюсь домой хилиться. Хилися. Так, а где этот? А этот еще двигается туда, двигается, я понял. Так, что у нас по поводу заданий? Дикие звери. Твою мать, это будет долго. Где он вообще находится? О боже. Очень далеко. Ну да ладно, что ж поделать. Не, ну это мне нравится очень, как это круто выглядит. Как это все за травка зарастет, будет вообще шикарно. Так, 7. Может быть, сюда одного охранника закинем. Ну и сюда, может быть, еще одного добавим. Может быть, и одного сюда добавить. Высоко. Все, сейчас, по идее, не должны вообще сюда добраться. Пропаганда не должна пройти. Так, кстати говоря, давайте посмотрим, что у нас там. Может, что-то можно приобрести, купить там, что-то там. Лекарства, конечно, всегда. Вот. Ну, 56. Ну, ладно, все, купим все, что есть. Кстати, надо еще изучением заниматься, а то что-то как-то вообще отстал от этого дела все. А, еще дрова даже купим, чтобы были. Семена капусты. У меня, не знаю, есть там семена капусты, не знаю, заберем. Надо продать рыбу. Ой, ёп. Такие матрешки. Подтвердить. Что еще там можно приобрести? Смотрим. Так, инструменты. Может быть, есть еще, может, таблеточки можно приобрести. Антибиотик, лекарства. Но не всегда пригодятся. Овечки у нас есть, яйца тараканов нам не нужны. И можем продать еще чуть-чуть дичи. И еще может мясо продать. У нас тут его просто нереальное количество. Где у нас тут мясо? 1600. Отлично. Так, о, исследуются крупные роторы. Наконец-то я смогу избавиться от этого всего, блин. Вот этого, этой площади сраной с роторами. Ужасно. Так, ага, это уже зачистили. Зачистили. Переместить рабочую зону. Отлично, отлично. Ну, давайте сюда. Пока они там улей не поставили, блин. Это надо отремонтировать по большому счету быстренько так. Так, что здесь происходит? Вот каким образом появился здесь улей, если у нас нету, как говорится, источников заразы. Как вот возникает улей? Откуда? Я не понимаю, вот это мне раз объясните, друзья. Если может кто-нибудь подскажет, с какого хера? Ран тут загрязненная эта территория такая, ну это же порождает эту херню. Где он у нас? Ну, заражение почвы создает различные виды ульев. Ну, ну ладно, может быть то, что пока у нас нет этого. Заплатить надо, мы ничего в дар не берем. Так, заражение 7 колоний зараженных. Так, что здесь осталось? 16%. 15%. Да, короче, вот одним этим терраформером могу, блин, все как говорится, сделать. Кто погиб? А ее серьезно? Это просто какой-то абзац. Я, короче, в шоке. Дайте на какого-то бойца. Ну, наконец-то, Фриц, иди, будешь сразу воевать.
А то, блин, каких-то этих ученых дают, всякую сраную шнягу дают мне. Они сейчас вообще не сдались. Так. Окей. Ну да, смотри, осталось 6% и все. Я даже сожалею, что я сюда поставил этот ротор сраный. А мне не виду, не нужен ротор, а этот, как его, терраформер. Потому что надо было какое-то другое место его поставить. Ну, допустим, например. Если сейчас вот закончится этот 1%, я смогу вот, например, сюда его вот поставить, чтобы красиво это выглядело. Или сюда, например. Нет подходящей почвы. Включить рабочую зону. Вот, например, сюда вот так. Хлыбысь его туда замутить, вот сюда. Или вот, например, сюда. Или сюда, например. Ну да, тут вообще очень так печально здесь. Ну, допустим, вот сюда. Не, подожди, ну да, посмотрим сначала. Вот сюда хочу вот засунуть, например. Сколько тут? 20. 27, например. Ну как это будет выглядеть? Да ладно, не будем сейчас. Давай сюда поставим, посмотрим, как это будет выглядеть. Было 50% где-то. Ну, твою мать, ну. Допустим. И все, ну, конечно, смотри, красиво все. Тут какие-то тараканы валяются. Торговый караван прибыл, понятно, хорошо, замечательно. Ну и да, и так, смотри, как это будет выглядеть. Ну, вообще шикардосина. Ну. Ай, сразу смотри, деревья сразу такие прикольные становятся. Зелененькие сразу становятся, вообще. Ну, шикарно, друзья, что могу сказать. Не, ну это, конечно, шикарно, шикарно. Мне нравится. Ну это вообще супер. Терраформер, конечно, нормальная тема. Все так красивенько выглядит сейчас. Кстати говоря, что такое? Какие отчаяния? Что ты там? Что ты мне тут паришь мозг? Отчаянный ты. А, ну один только отчаянный, только есть. Так, и нету больше ничего где-то. Сейчас тормознем, по паузе скинем. Может, здесь валяется у нас лунный камень. Походу, нет. Не, ну тогда, конечно, можно все преобразовать, так красивенько сделать. Блин, тут даже опять же кое-что сразу все сначала может строить, чтобы это все зелень туда построить и не парить мозг. Все снести к чертовой древней матери и все. Ну, это ладно, посмотрим дальше, как это будет выглядеть. Может быть, ему пир устроить какой-нибудь там. А что с досками, не понимаю, так? 14 потребления, 18. Какого хера? Почему так много? Кто там потребляет наши доски так много? Я не понимаю. У нас же вроде бы везде электрический... Ах ты жопа, здесь один. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, подожди. Допустим, снесем его нахер. Если надо поставить, тогда нам электрические. Так, что там? Кто там? Что там? Кто закончил? А? Угу. С какой целью, блин, посрал целого чувака, просрал.
Так, давай, тут надо сейчас пир устроить ему. Чтобы тут люди как-то более-менее активно радовались жизни. Так, крупные роторы, ну замечательно, ну это мы, я думаю, что, друзья, на следующей серии, короче, с этим займемся делом. На сегодня, думаю, сегодня закончим нашу серию, посмотрели на, как это выглядит наш, как говорится, продвинутый терраформер. Ну, вообще шикарно, конечно. Выглядит, конечно, шикарно. Посмотрите, даже здесь все это зелененьким стало. Но это очень круто. Это нравится. Нравится, как это все выглядит. Так, друзья, если какие-то советы, рекомендации по поводу игрушки, не стесняйтесь оставлять комментарии под этим или под любым другим видосиком. Я уже, конечно, за кадром тут все переделаю чуть-чуть и посмотрю, как это будет все выглядеть. А, конечно, вали, друзья, вам, конечно, понравилось это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на каналчик. Для вас нетрудно, для меня приятно. А на сегодня с вами, друзья, прощаюсь. Всего вам доброго и пока-пока.